В следующем году администрация возьмется за порядок на местах сбора мусора в частном секторе. Программа благоустройства контейнерных площадок стартует в 2013-м и будет продолжаться 3 года. Облагородят 108 из 150 площадок. Городские власти сегодня полны энтузиазма сделать это на выделенные из бюджета 1 700 000 рублей. Понятно, что любые бюджетные средства лимитированы. Были выбраны площадки наиболее проблемные. Еще один пункт расходов – борьба со злостными неплательщиками. Вывоз мусора из частного сектора оплачивают только 60% его жителей. Любителей халявы будут перевоспитывать гуманистическими методами. Посредством агитационной работы, посредством просветительной деятельности, посредством активизации, скажем так, работы абонентского отдела спецавтобазы, повысить этот процент и все-таки снизить издержки, убытки спецавтобазы по выполнению данной работы. Пока чересчур экономные граждане не начнут платить, власти планируют расставлять на местах свалок так называемые бункеры повышенной вместимости. В них влезет не только оплаченный мусор, но и неоплаченный, обещают авторы проекта благоустройства.